Теперь все, похоже, окончательно готово к старту квалификационной, второй квалификационной попытки Андрея Кравченко. Его Nissan Skyline GTR. Ну что же, очень хорошая попытка, безусловно. И сейчас давайте посмотрим. Раскрывается тормозной парашют, все нормально. И давайте посмотрим, какой же будет результат по итогам этой попытки у Андрея Кравченко. В любом случае он должен быть меньше 9 секунд, но вот насколько меньше. Бесспорно, Андрей является фаворитом. 8,2!